У нас сегодня более или менее свободный день. У Ксюши сегодня ничего нет, кроме школы. Мы решили заехать в парк немножко погулять, пока бабий лето еще не до конца закончилось. Здесь, правда, еще не все доделали. Но мы будем гулять там, где уже хоть что-то есть. Давай. Ну-ка. А дальше полезешь? Мы что-то как-то совсем не по-спортивному оделись. Дальше сюда? Да, дальше там полезешь, умеешь? Маленькая. А то, что делать надо, мам? Тут вот так цепляться и вот так вот висит. Ксюша у нас вообще только что со школы кроссовки только переобула. Смотри. Саша, у тебя платье задралось. Здесь какой-то городок, а вот там дальше кораблик. Мама, я тут. Ух ты, черт, за тобой стоит. Управляй. Ой-ой-ой. Как-то неудачно приземлились. Здесь очень много различных горок, лесенок. Еще одна площадка строится. Саш, ну это для совсем малюсеньких деток. А на больших там уже занято качей. Нет, там еще есть свободные. Ну ладно, мам, пойду. Мама. Ксюш, ты так опасно с этой трубочкой во рту. Что? Качей хочу. Ого, это для малышей. А вот это уже мама ищет. Я... Мама, вот это... Давай, толкайся ножками вверх-вниз и раскачаешься. Смотри, как Ксюша. Так я как будто отталкиваюсь ответно. Саш, ты что, в косынке, что без косынки? Может, ты ее снимешь? И платьице не забываем одергивать. Ну-ка, как Саша тут в раскоряку идет. Thank you.
Саша будет по канату забираться. Нет, по лесенке. Зачем долго мучиться? Я смогу. Правильно, ты же можешь по лесенке. Обожгла пальцы? Да, иголки. Горячо? Да. Совсем горячо. Еще одна какая-то непонятная площадка. Для, наверное, совсем маленьких. Тут и горочка маленькая. Саша с ней сбежала. Я хочу писать. Да ты, боже мой. И мы отправляемся на поиски туалета. Посмотрите, какая красота. Тут надо быстрее идти. Это Саша уже не может. Листья падают. Небольшой листопадик, который я не успела снять. Да, подкрадемся. Мы пришли на стадион. Где-то там есть туалет. Я надеюсь, что вам понравился такой детский влог, но, по крайней мере, может быть, кому-то понравился. Если так, то ставим пальчики вверх. Если это не так, то, соответственно, вниз. Правда, это снималось, не знаю, неделю или даже, может быть, две назад. Сейчас у нас на улице уже мороз. Но так как я уже говорила о том, что там, где я сейчас живу, ужасный интернет, приходится вот так не сразу выкладывать видео. Тем, кому не нравятся такие детские видео, детская тематика, просто не смотрите это видео и все. Я никого не заставляю. Ну, надеюсь, что все-таки кому-то это видео понравилось. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.